Вот я, друзья, решила зайти с вами все-таки вот в это вот аббатство внутрь Клэр Эбби. Вот здесь возле двери, видите, такой вот руки омывают. Как называется, не знаю. Вот, и вот это вот такая вот внутри огромная вот эта вот черч. Она просто огроменная. Тут, конечно, темно. Сейчас, по-моему, народ сюда зайдет. Слышу шум. Слышу шум вдали, да, точно. Даже так. А вообще здесь практически нет никого. Как обычно. И вы знаете, вот оно кирпичное. Кажется, что здесь холодно, на улице холодно, а здесь вот очень даже тепло. Вот эти вот темные батареи, от них прямо пышет жарой. А вот здесь вот видите, сейчас мы ближе подойдем, я вам покажу. Это целый городок, вот его не было до Крисмаса, до Рождества. А сейчас вот они его тут сделали. Очень красиво. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот у них вот, опять же, очень любят вот англичане вот такие вот вещи. Они почти везде, всегда вот строят вот такие вот. Такие строят красивые. Какие-то просто городки. Посмотрите, какой огромный. Посмотрите. Я не знаю даже, что вам тут рассказывать. Мне кажется, просто посмотреть. И то очень понравится. Вот тут всякие фигуры. Вот это все. Вокруг красивые цветы, здесь какие-то колонны старинные, мраморные типа, там вот дома, прямо мне хочется туда взобраться, пройти, но мне, конечно, я могу ходить только вокруг, как вы понимаете, тем не менее я вам покажу всю эту прелесть, вот опять библейский сюжет у них. Иисус Христос родился в хлеву. Вот так. Корова. А почему верблюд здесь? В песке мне непонятно. Вот, кстати, денежки здесь набросаны. Знаете, это я, как говорится, удачно зашла. Это до этого здесь не было, вот этого всего, знаете. Это сделано именно вот сейчас. Там коза какая-то. Посмотрите, здесь ходить, пройдите, смотреть. Сейчас я еще пойду с другой стороны вам покажу. По лесенке. Представляете, как классно. Но здесь уже, конечно, с этой стороны оно не столько красиво. Оно все-таки фасадом туда сделано. Ну вот здесь тоже какие-то фигуры. Овечки пасутся. Очень красиво, вы знаете. Очень красиво. Мне очень нравится. Вот, и это происходит у нас все вот в этом Клэр Эбби. А вообще оно вот такое вот сумрачное. Вот так вот оно выглядит. Вот так. Вот здесь вот, я уже говорила, окна. На окнах никаких красивых витражей. Ничего здесь такого подобного нет. И вот просто каменные стены. Каменная кладка и все себе.
Знаете, вот оно даже когда открыто, а это сегодня суббота. Сегодня суббота, и, казалось бы, служба должна быть. И вы слышали, что через каждые, по-моему, час или два у них перезвон колокольный. Но, как ни странно, людей никого здесь не бывает. Вот сколько раз я была здесь, мне бы хотелось послушать, потому что, судя по всему, вот судя вот по этим вот деревянным каким-то таким трибунам, это вот здесь люди стоят, наверное, поют они что-то. Вот видите, здесь вот опять трибуна такая, типа алтаря, кресло огромное. Наверное, какие-то все-таки служения проходят. Вот, видите, вот здесь за трибуной, наверное, кто-то выступает. Вы знаете, я почему-то никогда не попадала и не видела вот этого вот всего. И вот мы с вами подошли уже к самому алтарю, так скажем. У нас это называется алтарь. А здесь это что? А здесь просто вот такой вот стул. Вот такой вот крест. Вот две свечи по краям. И больше ничего, друзья. Абсолютно. Вот так вот это все выглядит у них. Вот такие алтари. У меня батарея кончается. Боюсь, сейчас выключится. А вот там, по-моему, какая-то комната. Вот для чего она? Боже, я опять куда-то иду. Вот эта комната для чего? Я опять закрываю, по-моему, вам. Вот видите. Тут опять какое-то место. Темно, не видно, хотя у меня фонарик. А здесь еще посмотрите, вот такое. Туда вдаль. Проход. Проход вдаль, не знаю, что там. Ну вот, друзья, я с вами выхожу назад. Это я вам показала, вот это вот аббатство. Квер Эбби внутри. И сегодня нам повезло, что я смогла вам показать эту красивую очень поляну у них там. Вот, пожалуй, только вот это вот. Красивая композиция, которая в самом начале она дает вот самый интересный эффект, по-моему. Вот так, друзья, на сегодня.